В региональную приемную партии «Единая Россия» за адресной помощью обращаются люди самых разных возрастов и социальных статусов, в том числе малообеспеченные и с низким уровнем дохода люди. Многие просят помочь в решении вопросов. Каждому из них стараются оказать необходимую помощь. Валентину Михайловну Левш пригласили в приемную Дмитрия Медведева. Пенсионерка пришла не одна, а с лучшим другом собакой породы чихуахуа Сеней. Депутат Московской областной думы Владимир Жук расспросил Валентину Михайловну о жизни, а после вручил подарок – телевизор. Ой, вы мне такой подарок. Это вам, да, такой подарок? Ну, вы знаете, я до слез расстроена. Спасибо вам большое. Пока к коробке с телевизором приделывали ручку, чтобы ее легко было нести, Валентина Михайловна рассказала и нам о себе. Очень много читаю. Ну, хоть и говорят, вот ключ Форды разгадываю, читаю много. Ну, вот гуляем все мы. Дети вон на детской площадке ни одного стихотворения не знают. А я знаю Маршака. Уж не говорю Агния Барто, они маленькие совсем для малышей. Я им читаю Чуковского, Федорину Горе, там Тараканище. Валентина Михайловна познакомилась не так давно. Она пришла, рассказала. В процессе разговора выяснилось, что у нее просто элементарных нет вещей. Она живет одна. Сын у нее тяжело болен, онкология. Ну, то есть такая просто ужасная ситуация. И наши предприниматели откликнулись и купили вот телевизор, подарили ей. Ну, на первом этапе. Дальше посмотрим, чем еще можно будет помочь. Такая адресная помощь давно вошла в депутатскую практику Владимира Жука. За год несколько десятков людей решают жизненно важные вопросы благодаря этой работе.